Итальянская полиция разбирает громкое ЧП, связанное с пилотом крупнейшего авиаперевозчика страны компании «Алиталия». 50-летний Маурицио Фольетти покончил с собой после того, как его отстранили от полетов из-за бытовой ссоры со стрельбой. Пилот повздорил с домашними и выстрелил из пистолета в стену собственного дома. Уже тогда журналисты обратили внимание, что именно он был командиром рейса, на котором незадолго до скандала летел в частном порядке президент Италии. Связано ли самоубийство Фольетти с отстранением от полетов или с чем-то еще, предстоит выяснить. Но в прессе вновь стала актуальной тема контроля за психическим состоянием пилотов. Еще слишком памятна мартовская трагедия в Альпах, когда Андреас Лубец, страдающий от депрессии, пилот немецкой компании, направил в гору самолет с пассажирами на борту. Как раз сегодня в Германию привезли гробы с останками погибших. Жертвами той трагедии стали 150 человек.